Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжа-пряжа.су. Сегодня подготовили для вас такой красивый рельефный узор. Подойдет и для плечевых изделий, и для вязания аксессуаров, и для мужских, и для женских моделей. Пряжа Alize Wool Time. Посмотреть пряжу можно на сайте пряжа.су. Ссылка будет внизу в описании под этим видео. Переходите, можно ознакомиться с цветовой палитрой, с ассортиментом магазина и также подписаться на канал, чтобы нас не потерять. А мы давайте приступим к вязанию. Узор вяжется очень и очень просто. Здесь раппорт всего лишь 3 петли и 4 ряда. Набираем число петель кратное 3, плюс 2 петли кромочные и 2 петли для симметрии. Я набрала на 3 раппорта 9 петель, плюс 2 кромочные это 11 и 2 для симметрии 13 петель. Провяжем 1 установочный ряд, кромочную петлю снимаем и провязываем до конца ряда все петли лицевые. Установочный ряд повторять не будем, провяжем только один раз и далее перейдем к самому раппорту. В конце петля кромочная, вяжем ее изнаночной петлей. В первом ряду кромочную петлю снимаем, далее провязываем 2 петли лицевые и следующую петлю, третью в раппорте, нам нужно провязать лицевой с двумя оборотами. Есть, это раппорт. Повторяем. 2 петли лицевые, делаем лицевая, еще одно обвитие и выводим петлю. Повторяем. 2 петли лицевые, заводим спицу, 2 обвития, лицевая. В конце 2 петли для симметрии, провязываем 2 петли лицевые. Петли лицевые и кромочную вяжем изнаночной петлей. Первый ряд готов. Приступаем к вязанию второго ряда. Кромочную петлю снимаем. 2 петли для симметрии, 2 лицевые. И теперь вяжем раппорт. Нить заводим перед работой. Петлю с накидом, с обвитием мы просто переснимаем и распускаем. И раппорт повторяем. 2 петли лицевые, заводим нить перед работой, петлю переснимаем и ее распускаем. Повторяем 2 лицевые, нить перед работой, петлю распустили и 2 петли лицевые. В конце петля кромочная, вяжем ее изнаночной петлей. Провязали второй ряд раппорта, переходим к вязанию третьего ряда. Кромочную петлю снимаем, провязываем 2 петли изнаночные, петлю пересняли, нить держим за работой. Повторяем раппорт. 2 петли изнаночные, петлю пересняли, не провязывая. 2 петли изнаночные, петлю пересняли, не провязывая. В конце 2 петли для симметрии, 2 петли изнаночные. И в конце петля кромочная, вяжем ее изнаночной петлей. И остался последний, четвертый ряд раппорта. В четвертом ряду кромочную петлю снимаем, вяжем 2 петли для симметрии, 2 изнаночные и теперь приступаем к вязанию раппорта. Завели нить перед работой, петлю пересняли, 2 изнаночные и так повторяем раппорт. Нить перед работой, петлю пересняли, 2 изнаночные и последнее повторение. Нить перед работой, петлю пересняли, 2 петли изнаночные. Кромочную вяжем изнаночной. Все, смотрим, что у нас получилось. Мы провязали 4 ряда раппорт. Теперь повторяем все точно так же с 1 по 4 ряд. Провяжем вместе первый ряд, чтобы у нас окончательно смог появиться рисунок. Кромочную петлю снимаем. Следующие 4 раппорта уже как провяжете, будет видно основной узор. 2 лицевые. Далее вяжем лицевая, делаем обвитие и выводим. Все, повторяем. Вот у нас образовалась такая петелька. 2 лицевые. Петлю с обвитием провязываем лицевой. 2 петли лицевые. Петлю с обвитием провязали. В конце 2 петли для симметрии, 2 лицевые.
петля кромочная, вяжем ее изнаночной петлей. То есть сам рисунок у нас начинает появляться. Напоминаем, что вязали из пряжи Alize Wool Time. Оформить заказ на пряжу можно на нашем сайте пряжа.су. Ссылка будет внизу в описании под этим видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы нас не повторять. И продолжайте также вязать второй, третий, четвертый ряды.